Друзья, снова привет всем тем, с кем мы еще не увиделись. Сейчас у нас на обзоре усилитель компании Marantz PM11, вторая модификация. Топовый усилитель интегральный. Год выпуска этого аппарата 2010. Не стал я ничего писать по той причине, что, ну, в общем, как бы решил не писать, не разводить писанину. В принципе, есть в русских всяких форумах и аудиосайтах информация по этому аппарату. Вот, поэтому, кому сильно будет интересно, можете почитать. Насчет отличий. Я общался с одним человеком, которого эта модель интересует. Он мне сказал, что двоечка и троечка особо не отличаются, но двоечка от единички отличается тем, что у нее улучшенное питание. Насколько это отразится на звуке, я пока сказать не могу. Первая версия у меня тоже будет попозже. Посмотрим. Но вторая версия прям шикарно. Я, честно говоря, не думаю, что между ними будет какая-то катастрофическая разница. Вот, ну посмотрим. Давайте заглянем внутрь, что у нас тут. Трансформатор тороидальный в саркофаге. Электролиты. Прям такие, знаете, ну на видео вам не видно, но здоровенные. Они очень такие глубокие. Вниз по 22 тысячи микрофарад. Каждый вольтаж, честно говоря, 71 вольт. Вот. Здесь у нас, соответственно, радиаторы и усилители мощности на них, разумеется, да? Левый, правый. Вот так вот, в общем-то, выглядит все, ну, пустенько, то есть ничего так не напичкано. Омедненное шасси. Вот. Ну, видите, Marantz, они развивали вот эту систему этих своих блочков HDAM. Вот. В принципе, наверное, за счет, скажем так, микроэлектроники здесь особо так вот
и нет большого количества деталей. Ну, хотя как, деталей-то, конечно, тоже тут хватает. Вот, но тут самое главное, что звук. Реально очень крутой аппарат. Мне прям понравился. То есть он обладает как бы и шармом, и харизмой, и в то же время очень такой уравновешенный. То есть он обладает и глубиной, и детальностью, и прозрачностью, и по низам у него все хорошо, и при этом и не мутный, и не кричит. Ну, короче, прям супер. Единственное, как бы, из минусов могу сказать только то, что, возможно, за счет цифрового регулятора громкости, не знаю, так ли это, на малой громкости, ну вот, на такой, как сейчас, ну, то есть, прям, когда тихо-тихо, ну, вот тогда звук такой мутненький, ну, то есть, никакой, да, то есть, как бы, ничего не происходит. Но, с другой стороны, наверное, это простительно. Давайте посмотрим, с какой громкости появляется сок. Так, ну тут сейчас еще трек кончается. Сейчас. Сориентируемся. Ну вот уже неплохо, но еще как бы не идеально. Ну, вот такой громкости уже достаточно для того, чтобы можно считать, было звук полноценным, то есть балансированным. Не было ощущения, что что-то ты пропускаешь из аудиоматериала. Вот. Но, короче, в целом аппарат очень сбалансирован. Это, я считаю, очень важный момент. И нет никакой ни цифрятины, ничего. И есть именно вот определенный, знаете, как бы, ну вот харизма, она есть, она присутствует. То есть он не просто какой-то вот скучный, безжизненный. То есть его хочется слушать. И вот первая композиция, то есть там вот духовые, то есть, ну прям очень круто, захватывающе. И что самое важное, я также вам поставлю Tasteman тяжелячок, и он с ним справляется, ну, прям супер убедительно. Значит, здесь у нас пульт идет в комплекте, да, давайте посмотрим, какие у нас вообще на мордахе тут есть. То есть мы можем включить, отключить дисплей, ну, типа отключаем дисплей, чтобы еще более аудиофильский звук был. Включение, отключение тембр-блока, и сам тембр-блок, он регулируется с пульта. Я сначала не сразу разобрался, но потом мне все-таки удалось. Да, кстати, данный усилитель может работать как предусилитель. Для этого нам нужно выбрать режим pre-out, ну и, соответственно, там использовать выход, то есть использовать его как пред. Также он может соединяться, вот сейчас он у нас в режиме стерео, где тут вот, тут вот переключатель, вот. Можно его использовать в режиме биампинга, то есть, соответственно, я так понимаю, соединяется с таким же усилителем, и можно, чтобы один усилитель управлял, допустим, низкочастотным звеном, а второй высокочастотным. Ну, как там именно это соединяется, я не в курсе. Вот. Ну, может, если этот не продастся, придет первая моделька, можно будет их скрестить, что-нибудь замутить, проверить, как это работает. Вот. Насчет, вот, смотрите, что мы включаем. Это у нас баланс первая, да? Так, я уже забыл. Что-то или подержать надо, или на Enter нажать. А, да, вот на Enter нажимаем бас и treble. Здесь изначально было включено, что бас был минус 4, а treble был плюс 4 высокие. И когда клавишу тон нажимаешь,
то звук такой более высокий становился, но это ничего не отражается на табло. Я думаю, блин, что за фигня? То есть, ну, думал, может, у него просто как, типа, режим тонокомпенсации, тон, да? А настройки нету, но удалось мне, в общем, выковырять эти настройки. Так, ну, пульт я пока здесь положу. Винильчик включу. Ну, винил, сразу скажу, винил что-то как-то не пошел. То есть, играет, но посредственно без вау-эффекта. Вот. Возможно, здесь требуется какая-то другая головка, да? То есть, имеется в виду по своим характеристикам более подходящая. А возможно, просто, что здесь все-таки часть виниловую не доработали. Ну, не доработали в том плане, что аппарат первой модификации стоил 350 тысяч йен в 2004 году, а второй модификации в 2010, даже я не знаю, не смотрел, честно. Вот что-то решил ничего не смотреть, потому что думаю, блин, ну, вот он стоит, он играет. Лучше я расскажу о своих каких-то впечатлениях, а циферки можно будет и в интернете наковырять. Задерживаться не хочется, честно говоря. То есть фонокорректор работает, назовем это так, да. То есть, но явно есть аппараты, которые винил воспроизводят поинтересней. Даже тот же Люксман, который я отснимал буквально только что, с винилом он, конечно, обращается гораздо веселее. Но что не касается винила, то здесь Marantz однозначно побеждает, прям без вариантов. И прозрачности больше, и детализация выше, и плотность звука по низким частотам лучше. Ну, короче, прям вот в остальном прям очень хорош. То есть реально для тех, кто ищет какой-то свежий усилитель, то есть из 21 века и, скажем так, в категории разумной стоимости, Marantz 11 прям супер-супер. Я повторюсь, первая версия, она должна быть там что-то похуже по питанию, но вот не думаю, что там настолько хуже, что прям вот впечатление испорчено было. А также я сравнивал баланс и CD. Ну, можно это и сейчас будет сделать. Разница есть. Не глобальная, но есть. По балансу звук как-то попрозрачнее звучит. Вот. Ну, тут, конечно, еще кабели разные. Ну, кстати говоря, по RCA-шкам кабели здесь посерьезнее стоят. Но баланс все равно выигрывает. Так что, если бы на балансе были кабели тоже уровнем повыше, то, наверное, было бы еще круче. Так, ну давайте зарядим жесткача немножечко. Трючок. Ну, прям круто, круто.
давайте на адекватную перейдем. Я прям под впечатлением, ну, очень положительным. Конечно, если, скажем, вопрос, который может витать в воздухе, а как он по сравнению с 15-м Маранцем, который F-ка. Ну, смотрите, 15-й Маранц, если он попадает в зону ваших интересов по музыкальным жанрам, и он сопрягается с вашими колонками, там, любимыми, да, которые вы не планируете менять, то он, наверное, ну, не то что непобедим, несокрушим, но конкурентов ему просто, наверное, нет. Как минимум среди интегральников, как минимум среди аппаратов сравнительно той же стоимости. Но с точки зрения универсальности, здесь без вариантов, 11-я модель, она более интересна. Она более интересна, потому что она, в принципе, и нашим, и вашим. То есть мы и можем послушать какую-то классическую музыку, мы можем послушать тяжелую музыку, мы можем подключать разные колонки, и то есть я думаю, что даже если мы подключим Onkyo Monitor 2000X, Marantz и их раскачает, и в общем-то получится довольно убедительный на выходе звучок. I left home at 15, I struck out on the road. And with three of us to start with, driving through the dawn. We lost control and spun out in a field at 2 a.m. The police looked us up and down, but did not take us in. They did not take us in. Знаете, очень удивительно, что у этого усилителя получается, вот гитара играет, и получается создать вот эту какую-то искристость струны, да, то есть какие-то обертона, послезвучия. И в то же время, когда какая-нибудь мясорубка включается, то он не сваливается в крик, вор, да, то есть он нормально, он как будто бы как бы затемняется, то есть у него как будто бы есть какой-то внутренний режим подбора, да, то есть он такой, ага, так, сейчас будем месить, грубо говоря, да, жескач, сейчас я стану чуть помутнее, пожирнее и будем вваливать, короче. Вот, на скорость работать, а потом включается музыка вот такая вот какая-то вот мелодичная, и он раз и переключается в другой режим. Ну, то есть при этом я как человек управляющий им ничего для этого не делаю, то есть он как будто бы сам, ну, то есть как будто бы у него есть, короче, какая-то автоматика, которая подстраивается под разную музыку. Вот, короче, классный аппарат. Вот, надеюсь, если кто-то интересовался подобным аппаратом, он получил какие-то дополнительные знания или ответ, или подтверждение просто уже существующей информации. Вот, ну и с диатончиками, конечно, он прям здоровски спелся, очень живенько. Такие диатоны у меня уже были. Вот вторая пара, то есть у меня как первые появились, я их первый раз послушал, я незамедлительно купил вторую пару, еще не знаю вообще, как, какой ждет, так скажем, экономический, какое экономическое будущее ждет эту модель, то есть на какие у них перспективы, вот. Но, тем не менее, пока эту пару я еще подготовлю по косметике, есть нюансы небольшие. Вот. Ну, тоже колоночки здоровские, то есть, согласитесь, да, двухполосники, казалось бы, диатоны,
А могут и тяжелячок отыграть достойно. Ну и такую музыку мелодичную, конечно, тоже воспроизводят шикарным образом. Друзья, благодарю за внимание. На сегодня, я думаю, это последнее видео. Пора бы уже и отдохнуть. Всех благ и до новых встреч!